знаток искусства, мудрый человек. Он любопытен, строг и беспокоен, умом своим великого достоин. И вот я вижу дверь, звонок и имя рек. Я скромно позвонил, хозяева открыли. Малютка-дочка, щечки, розы цвет, внимательно глядят два глаза томных рек, вся в маму, копий больше нет. Они ушли, а мы молчим и смотрим друг на друга. Кругом картин разнообразных груда, старинные шкафы, в них фолианты книг и вид в окно. Там Спаса на крови я вижу и дома, и сон туманный ленинградского двора. Вдруг яркое пятно, я узнаю шедевр. Он излучает мной изученную гамму, и непонятный, странный силуэт, нас уводящий в жизненную драму. Ты говоришь, прекрасен образ твой. Я несказанно рад, мой холст висит по центру. Но может здесь исправить, там добавить, а в общем пусть висит, мы новую начнем. Так вдохновенно час ушел на разговоры. Я чувствую уже художников укоры, и надо уходить, приличие закон. Надев пальто, я говорю спасибо за теплый этот дом, за милую семью. И на прощание мне, ценителям искусства, мне дарится секрет. О нем вам не скажу.